Эти бронированные исполины первыми пошли на штурм Берлина. Их силуэты на фоне поверженного Рейхстага стали символом победоносного окончания кровопролитной войны. Самые мощные советские танки времен Великой Отечественной – Иосиф Сталин в фильме «Оружие». Красная армия встретила Великую Отечественную войну, имея на вооружении тяжелые танки КВ конструкции Жозефа Готье. Имея хорошую броневую защиту и мощную для того времени 76-миллиметровую пушку, они превосходили все гусеничные боевые машины германского вермахта. На полях сражений им не было равных. Однако надежность Клима Ворошилова оставляла желать лучшего. Двигатель, коробка передач и, в особенности, бортовые фрикционы не выдерживали боевых нагрузок. Их поломки были массовым явлением. Количество машин, которые выходили из строя по техническим причинам, значительно превышало число потерянных от огня противника. Это не позволяло в полной мере использовать боевой потенциал советского исполина. В августе 1942 года на Челябинском Кировском заводе начался выпуск танка КВ-1С. Буква «С» означает «скоростной». Скорость танка действительно повысилась до 42 км в час. Это произошло за счет общего снижения массы танка. Новая модификация КВ стала легче на 5 тонн. Инженеры снизили толщину броневых листов и вес силовых агрегатов, сузили гусеницы. У танка появились новые системы охлаждения и смазки, коробка передач и фрикционы. Литая башня получила обтекаемую форму. На ней установили командирскую башенку, которая серьезно улучшила обзор. Вооружение осталось прежним. На тот момент 76-миллиметровой пушки вполне хватало для уничтожения любой немецкой бронетехники. Всего было выпущено 1370 танков КВ-1С. Они строились до октября 43 года и принимали участие во всех операциях Красной армии, включая штурм Берлина. Танк такого же класса, что и КВ, появился на вооружении немецкой армии только осенью 42 года. Это был 56-тонный «Панцеркампфаген 6 «Тигр». Его мощное орудие калибра 88 мм и 10-сантиметровая броня дали германским танкистам серьезное преимущество. Вскоре зверинец вермахта пополнился еще одной хищной кошкой. 45-тонная «Пантера» несла длинноствольную 75-миллиметровую пушку с высокими баллистическими характеристиками. Настоятельная необходимость в новых тяжелых танках прорыва возникла после Курской битвы. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии. Вектор войны развернулся на запад. Возросшая мощь немецкой противотанковой обороны и развитие бронетехники вермахта поставили серьезные задачи перед советскими конструкторами. Необходимо было учитывать еще один важный фактор. Танк прорыва должен уметь уничтожать полевые укрепления и фортификационные сооружения. То есть на новом этапе войны речь шла уже о расширении круга боевых задач. Конструкторское бюро Жозефа Котина одновременно с модернизацией танка КВ вело разработку принципиально новой машины. При ее создании учитывался двухлетний опыт войны. Чтобы эффективно бороться с танками противника, появившимся к тому времени, то есть «Тигр», «Пантера», необходимо было иметь более мощное вооружение на машине. Соответственно, орудие большего калибра. Установка орудия большего калибра приводила к однозначному увеличению диаметра погона башни и увеличению, конечно, размера самой башни. И, соответственно, башню большего размера необходимо было устанавливать уже на более совершенный корпус, то есть корпус, приспособленный под эту башню. Вот фактически это и привело к изменению конструкции и корпуса, и башни. Кроме того, опять же, требовалось повышение уровня защищенности танка самого от противотанковых средств противника. В результате это привело к изменению даже носовой части корпуса. Агрегаты трансмиссии слишком большого изменения не претерпели, хотя были, конечно, с точки зрения надежности, улучшены.
то есть запас прочности их повышен. В результате Челябинский Кировский завод построил ИС-85. Танк имел и другое наименование – ИС-1. Иосиф Сталин – первая модель. ИС весил 44 тонны и обладал 100-миллиметровой броневой защитой. Вооружение – 85-миллиметровая пушка. В наследство от КВ ему достались некоторые агрегаты ходовой части и трансмиссии. 7 августа 43 года ИС-85 был принят на вооружение Красной армии. Через 3 месяца, в октябре, изготовили первые серийные машины. Но их выпуск продолжался недолго. Причиной было невысокое фугасное действие 85-миллиметрового снаряда. Тяжелому танку прорыва на этой стадии войны предстояло не столько воевать с вражеской бронетехникой, сколько громить вражеские артбатареи и укрепленные оборонительные районы. Для решения таких задач требовался калибр покрупнее. Конструктивный резерв ИСа позволял без ущерба для ходовых качеств разместить в башне мощное 122-миллиметровое орудие. Эту работу успешно выполнил инженерный коллектив под руководством ведущего конструктора Николая Шашмурина. Шашмурин Николай Федорович – выдающийся разработчик бронетехники. Годы жизни 1910-1996. С 1937 года в течение 50 лет работал на Кировском заводе. Автор десятков конструкций советских танков. Общая компоновка новой машины изменений не претерпела. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть были такими же, как и у танка ИС-85. Скорость движения, запас хода и способность преодолевать препятствия одинаковы. Увеличилась общая масса из-за установки более тяжелого орудия и лучшего бронирования. Государственные испытания танка прошли очень быстро и успешно. Особое впечатление на членов комиссии произвели огневые возможности 122-миллиметровой пушки. Штатным бронебойным снарядом лобовая броня «Тигра» пробивалась с дистанции 1200 метров. Фугасно-осколочная граната весом 25 килограммов уничтожала полевые укрепления всех типов. Увидев новую машину, которая носила его собственное имя, верховный главнокомандующий сказал: «Это танк Победы. С ним мы будем завершать войну». Постановлением Государственного комитета обороны от 31 октября 43 года танк был принят на вооружение Красной армии. ИС-2 – тяжелый танк прорыва. Боевая масса – 46 тонн. Длина корпуса – 9,8 метра. Ширина корпуса – 3 метра. Толщина лобовой брони – 120 миллиметров. Двигатель дизельный мощностью 600 лошадиных сил. Скорость – до 37 километров в час. Вооружение: пушка калибра 122 мм, 3 пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж 4 человека. Первые серийные машины прибыли на фронт в январе 44 года. ИС-2 поступали на вооружение отдельных тяжелых танковых полков прорыва, которым уже при формировании присваивалось наименование «гвардейский». Танки ИС-2 хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях. Они входили в состав в основном так называемых тяжелых танков прорыва. Там, где необходимо было начинать операцию по прорыву фронта противника, где была концентрация большая войск противников, вот туда и, значит, пускали вот эти вот тяжелые танки прорыва. С появлением на поле боя Сталина, так называли ИС-2 немцы, легенда о непобедимости «Тигров» и «Пантер» быстро развеялась. Особенно уязвим оказался «Тигр», угловатая броня которого не имела рациональных углов наклона. 25-килограммовой бронебойной болванкой ИСа она проламывалась в любом месте корпуса и башни с расстояния 2 километра. «Пантера» лучше держала удар, но это уже ничего не могло изменить. Командование «Панцерваффе» немедленно запретило немецким танкистам вступать в открытый бой с танком ИС-2. Воевать с ним они могли только из засад и укрытий. Единственным по-настоящему серьезным противником Сталина в немецких танковых войсках был «Тигр-2» или «Королевский тигр». Этот зверь
был значительно больше по габаритным размерам и на 20 тонн тяжелее, чем ИС-2. Его вполне можно отнести к сверхтяжелым танкам. «Тигр-2» имел более толстую броню, а его скорострельная 88-миллиметровая пушка превосходила по бронепробиваемости орудия Иосифа Сталина. Именно пушка была безусловным козырем нового немецкого танка. Качество брони было хуже, чем на обычном «Тигре», так же, как скорость и проходимость, а техническая надежность ниже всякой критики. Из-за этого королевский «Тигр» чаще ремонтировался, чем воевал. Появился он слишком поздно, и никакого заметного влияния на ход боевых действий на советско-германском фронте не оказал. ИС-2 принимал участие во всех важнейших операциях заключительного этапа войны. На его долю выпала самая тяжелая и ответственная работа – взлом хорошо подготовленной немецкой обороны. Тяжелые танки прорыва включались в состав штурмовых групп, которые прокладывали путь пехоте и средним танкам Т-34-85. ИСы своими мощными фугасными снарядами уничтожали пулеметные гнезда, разрушали бронеколпаки, доты, баррикады и завалы. Именно ИСы обеспечили огневую поддержку советским войскам во время Берлинской операции. ИС-2 стал самым мощным советским танком Великой Отечественной войны. Всего было выпущено 3475 этих машин. С появлением на поле боя ИСов временное превосходство «Тигров» и «Пантер» над советскими танками было ликвидировано. Германский зверинец был укращен.